завершился первый день работы съезда партии «Единая Россия». В его работе принимала участие представительная делегация Ульяновской области, более 20 человек. Делегаты присутствовали на всех площадках форума. Их было три – лидерство, открытость и обновление. Представители Ульяновской области всегда занимают очень активную позицию на дискуссионных площадках. Очень часто получается так, что их предложения входят в окончательные резолюции форумов, съездов. Также хотел бы отметить очень глубокое погружение регионального отделения в нормотворческую деятельность. И, что особенно важно, все их предложения носят прикладной характер с тем, чтобы улучшить жизнь избирателей, улучшить жизнь людей. Один из вопросов – взаимодействия партии с гражданским обществом и повышение качества обратной связи с избирателями. Особое внимание было уделено развитию цифровых технологий в политическом процессе. Говорилось о работе первичных отделений партии «Единая Россия». Действительно, это работа на местах, это самая первая работа между партией и человеком. Это работа в микрорайонах, и, безусловно, ей уделяется также особое внимание. Другим направлением этого взаимодействия служит работа общественных приемных. Ежегодно в региональную общественную приемную партии обращается около 2000 человек. Люди несут свои заботы и беды и ждут их решения. Количество людей продолжает расти. Хочу сказать, что потребности населения огромные, и мы сегодня должны себя переформатировать на конкретную защиту прав и интересов граждан, которые к нам приходят за помощью. В этой работе необходимо избегать формального подхода. Как отметила Марина Беспалова, решение проблем и вопросов должно быть конструктивным. Это одна из основополагающих этических норм, которые были утверждены на съезде партии. Одним из ключевых вопросов первого дня и всего съезда является партийное обновление. Не случайно партийному собранию предшествовала масштабная дискуссия, касающаяся изменений в работе. В ней приняли активное участие ульяновские единороссы. Принимается решение по поводу организации обучения первичек региональных отделений, то есть непосредственно власти, которые будут работать с рядовыми членами профсоюза. Обновление – это не только изменения в работе. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что необходимо развиваться за счет привлечения молодых кадров. Для этой цели был запущен проект «Политстартап». На съезде его участникам были вручены партбилеты. Среди получивших важный документ – Виктория Маркелова от Ульяновской области. Также было принято решение о распространении проекта на все регионы страны и запуске новой обучающей инициативы. Первым основным вопросом была организация высшей партийной школы для того, чтобы мы могли дать образование большинству людей, которые сейчас работают в партии, которые планируют работать в партии, чтобы они были более политически грамотные, чтобы могли работать с населением. Победители партийного проекта «Политстартап» – люди, безусловно, состоявшиеся, каждый в своей отрасли, каждый в своей сфере. Тематика съезда в целом посвящена теме обновления. И как раз это обновление символизируется именно вами. На второй день съезда состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программ партии за 2018 год. Запланировано проведение 4 площадок: экономика роста, качество жизни, городская среда и чистая страна, развитие сельских территорий. Ожидается выступление председателя партии Дмитрия Медведева и президента России Владимира Путина. Данила Ноздряков, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда, Москва.